Одному 14, другому 18. Юный возраст двух представителей кочевого народа не стал помехой для совершения серии дерзких грабежей. Горы мусора и ни одного бака. Часть Гаевы завалена бытовыми отходами. Непарадная сторона искусства. В Пермской художественной галерее уникальная выставка, раскрывающая секреты реставраторов. Банкиры хотят выгонять ипотечных должников из квартир еще быстрее. Пенсионная программа «Тысяча на тысячу» продлена. Сколько выпускников написали литературу и географию на 100 баллов? Вы узнаете об этом первыми.